Привет, друзья, с вами Киник. И сегодня мы начинаем убивать Батя Хеля втроем. Участвуем в конкурсе, который я опять же поставлю ссылочку в описании. Чекайте, обязательно пробуйте. Условия указаны тоже там. То есть, если 4 человека, то будет учитываться и равносильно там 2 на 2, 1 к 1. Ну, я правильно, наверное, понял. Поэтому мы начинаем. Давайте убьем Хеля и откроем кулоны. Пишите комментарии, если вы участвуете в конкурсе, то за сколько вы это все убивали. Фух, наверное, все. Все условия выполнены, мы здесь находимся. Было какие условия? Не одевать сет зачинщика. Мы сейчас, я в следопыте во втором левеле, Джамиле в третьем, Пашем в третьем. Поэтому начинаем дамажить. Условия были также все расписаны в ВКонтакте, Facebook, либо Discord канала Кефир Games. Все, ребят, давайте начинаем. Короче, смотрите, мы тут выяснили кое-что и... Давай, Паш. Вот этот круг, как только сюда закидываешь. Джамиля, отойди оттуда. Эй, Пашу больно, 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 больно. Я заберу на себя. Вводи, вводи, вводи. Бей, 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 Паша. Все. Лут. Очень больно. Я видел, видел. Лут вот такой. Давайте возьмем батю Хеля. Я не знаю, кто за сколько секунд мы убили, но потом это все дело проверят наши разработчики. Давайте откроем кулоны. Не забывайте ставить Паше пальчики вверх и подписываться на канал. Поехали. Итак, дамы и господа, вернулись мы в наше любимое место. Поехали, пооткрываем батю Одина. Надеюсь, что в данном конкурсе может и, как говорится, главное участие. Но иногда хочется и победить, конечно. А что за фигня? Отлично. Невозможно подключиться к сервису. Пожалуйста, подключитесь. Итак, дамы и господа. Чуть-чуть подождав и смирившись, что меня не пускало к батю Одину. Забрать его топ-лут. Мы продолжаем на этой тоненькой нотке. Так, ладно, поехали. Открываем дерево. Кулоны уже тут лежат внутри. Точнее, уже как пропуск они были пройдены. И давайте посмотрим. Джамиля, наверное, сделала уже услугу, да? Отлично, спасибо. Так, здесь у нас отличный лут на топор вранов. Можно поднять лук следопыта. И много всего. Я Джамиля забираю, потом пошли, погнали другие. Я все забрал. Две топ-сумки, да, будет как раз, чтобы забрать лут полностью, чтобы не делать два захода и так далее и тому подобное. Так, стальные кулоны, сталь, лупим сюда и открываем. Насчет конкурса, вот я на этой минутке остановился. Насчет конкурса, я думаю, что все сделают, подкорректируют, все сделают прекрасно, все сделают красиво. И да пребудет всем удача и топ-награды, которые нам подгонят разработчики. Так. Ну, копье на подношение. Можно вот это. Посох дракона я вообще тоже это только на подношение будет идти. Ладно, я забираю Джамиля стак. Поехали. Золото. Эх ты моя золото. Золото дорогое. Кувалда. Давно мы не рейдили на данном сервере в связи с очень большой проблемой нашего тиммейта. Поэтому кувалда уже поднакопилась. Поднакопилась, я вам так скажу. Трахец. Надеемся на какой-нибудь рейдик смачненский. Но все никак не приходим к нему, потому что трое все-таки не покатит против четверо и нормально одетых пацанов. Так, поехали. Смотрим. Золотые кулоны. Кувалда самый смак. Угу. Но нам кувалды не видать. Так, ну что здесь можно сделать? Просто вот так.
Джамиля все остальное заберет. В принципе, лут неплохой, но на подношение, чтобы кормить и так далее и тому подобное. Вот, ребят, с вами был Кенни, как всегда. Не забывайте ставить ваши лукасы, подписываться на канал, участвуйте в розыгрыше и, конечно же, побеждайте соперничество. И я надеюсь, что скоро нам подкатит какую-нибудь топ-обнову. Пока-пока, до новых видосов. Чао, какао.